Как снять лишнее напряжение перед предстоящим экзаменом и настроить себя на успешный результат? Об этом и не только 11-классники школ города Нарьян-Мара и поселка Искатели узнали во время всероссийской акции «100 баллов для победы». Она проходит во всех регионах России по инициативе Рособорнадзора уже 5-й год. В этот раз марафон посвящен Году театра в России. Самое важное в этом деле, знаете что в настройке? Вдох через носик спокойно, а вот выдох не надо делать так. Потому что вот это как раз-таки вас психологически настраивает, что я боюсь. Художественный руководитель и режиссер театра Дворецкого Алена Сегова учит ребят справляться со своим волнением с помощью дыхательной гимнастики. Такие же упражнения перед выходом на сцену выполняют актеры. Больше залог успеха – это, конечно же, ваши знания. Но даже обладая там супербагажом знаний, иногда мандраж, иногда волнение, оно, конечно, сковывает вас. Что же с этим делать? Самое важное – это настроить правильно себя. Не только там, не только психологически там, покричать ночью в окно «халява, приди», не только это, еще настроить себя, свой организм, свое тело. Что самое первое? Это, конечно, наше дыхание. Освоив технику дыхания, 11-классники по видеоконференц-связи смогли пообщаться с выпускниками прошлых лет, которые успешно сдали ЕГЭ и сейчас учатся в престижных вузах страны. У нас в этом году такая акция проходит, в принципе, впервые, но хотелось бы отметить, что ежегодно мы также проводим подобные встречи для того, чтобы их психологически разгрузить. Я, наверное, уже думаю, что больше волнуются, наверное, даже родители уже, чем сами ребята, потому что ребята проходят определенную процедуру оценивания уже в течение своей школьной жизни, и начинаются эти процедуры под названием «Всероссийские проверочные работы», поэтому здесь им, в принципе, знакомо. Кроме того, они сдавали экзамен после 9 класса, основной государственный экзамен, в рамках которого они уже видели процедуру оценивания, процедуру проведения. И, конечно, для них, мне кажется, это уже не так страшно. Напомню, акция «100 баллов для победы», инициированная Рособорнадзором, проводится по всей России. Мероприятие призвано снять лишнее напряжение у школьников, связанное с подготовкой к ЕГЭ, и настроить ребят на успех. Ирина Никешина, Вадим Стасюк, телеканал «Север».